Краска фактурная Farbitex Profi. Краска фактурная Farbitex Profi представляет собой густую массу с большим количеством минерального наполнителя, что позволяет сохранять сформированную структуру и может наноситься на поверхность в чистом или заколерованном виде. Возможность применения различных инструментов для нанесения краски позволяет получить широкое разнообразие фактур. Мы продемонстрируем нанесение заколерованной при помощи универсального колера Тициана Микс краски. Краску фактурную Farbitex Profi наносят на предварительно загрунтованную грунтом акриловым глубокого проникновения Farbitex Profi поверхность. Время высыхания грунта 6-8 часов. Расход грунта составляет от 100 до 150 мл на квадратный метр, в зависимости от впитываемости подложки. Краска наносится при помощи шпателя равномерным слоем, толщиной около 1,5-2 мм, участками около 2 квадратных метра. Затем сразу же, не давая краске подсохнуть, структурируем покрытие при помощи крупнозернистого валика из вспененного полиуретана. Таким образом обрабатываем всю декорируемую поверхность по сырому краю. Через 20-30 минут после структурирования валиком приглаживаем венецианской кельмой образовавшуюся шубу в разных направлениях. При этом давление на кельму не должно быть слишком сильным. Для получения легкого глянца по мере высыхания покрытия необходимо увеличить нажим на кельму. После приглаживания кельмой на поверхности образуется гладкое с выбоинами покрытие, имитирующее распил пористого камня. Расход краски при данном способе нанесения около 800 мл на квадратный метр. Для повышения декоративных и эксплуатационных характеристик покрытия наносим заколерованную перламутровую эмаль «Хамелеон» цвет бронза. При необходимости снижения металлического блеска эмаль можно смешать с лаком, лессирующим Тициана, в любой пропорции. В нашем случае пропорция примерно 1 к 1. Полученную смесь наносим на стену при помощи поролоновой губки круговыми движениями, создавая эффект окислившейся бронзы. Расход около 70 мл на квадратный метр. Возможно также нанесение с помощью венецианской кельмы. В этом случае за счет большей толщины слоя покрытие становится более выразительным, но и расход лессирующего состава увеличивается вдвое и составляет около 100-150 мл на квадратный метр. После высыхания предыдущего слоя, примерно через 2-3 часа, для увеличения металлического блеска возможно нанесение дополнительного слоя чистой неразбавленной эмали с эффектом хамелеон. Время высыхания эмали 4-6 часов. Покрытие допускает влажную уборку, но не ранее, чем через 2-3 недели после нанесения. Краска фактурная торговой марки Farbitex Profi
содержит в качестве наполнителя мраморную муку, что позволяет применять продукт в помещениях с повышенными экологическими требованиями.